Но будем надеяться, что он так и будет работать. Я не говорю, что что-то будет просто великолепное. Но пускай будет чуть лучше хотя бы. Даже намного лучше. Вот смотрите, какое-то очень сложное задание. Высшее существо. Ну, сейчас посмотрим, что за высшее существо. Что это? Робеспьер объявил сегодня праздник верховного существа. Все чествуют гения нации и долг гражданина перед ним. Слышится что-то знакомое. Учение тамплиеров. Вольное толкование. Пожалуй, здесь нам к нему не подобраться. Лучше отступить и подождать другой возможности. Ты думаешь, как ассасин. А у меня есть план. Да? Ну и какой же? Думать, как тамплиер. Я думаю, мы теперь рационально. Ну хорошо. Верховное существо. Да, он еще так, а нам их замочить? Давайте попробуем пробежать сейчас. О. Отлично, я хочу сказать. О. Че камера поворачивается? Я знаю, что нам туда, но мне вот собрать нужно было. Ну кто салют стреляет днем? Или что это? Респаун минус. Что скажем дальше? Так. Робеспьер неуязвим. При нем половина гвардии. Мы на 10 шагов не подойдем. А я говорил. Но его популярность все меньше. Культ верховного существа, очистки. Если опозорим его, ему конец. И лучше всего будет сделать это на публике. Именно. Изобразим его опасным безумцем, и его власть мгновенно растает. Но нам нужны доказательства. Я знаю, с чего нам начать. Идешь? Увидимся. У меня есть еще пара дел. Угу. Пару дел у нее есть. Где она? Вон там стоит. А, нет. Ой, смотрите, 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 смотрите. Смотрите. Элизабет, привет. Так, громко они говорили. В общем, если кто не слышал, не видел, в общем, они хотят подставить там. Робеспьера, я так понимаю, это надо было. Так, а нам сейчас что нужно сделать? Ага, смотреть палатку. Так, ну тут стражники. Ну того можно сначала заминусовать. Куда ж ты идешь-то? Так, а он ушел, кстати говоря. Вот это пипец. Вот это пипец. Офигеть, запалили. Офигеть. Я что, миссию завалил? Их тут до хрена. Пусть меня уже заметят сразу. Это капец. Убивайте. Все. Это капец какой-то. Я бы с ним не справился все равно. Убегать не вариант, мне кажется. Они тут шумиху сделали. Давайте заново начнем. Самое интересное, что когда они замечают, причем один заметил, все сразу сбегаются. Все прям. Ладно, будем осторожны. Будем очень осторожны. Давайте посмотрим, что у нас там по капюшонам. Так, что это такое вообще? Ну, снаряжение.
Так, снаряжение. Смотрим. Защита головы. Незаметность. А что такая на незаметность у всех плохая? Купить. Да не говно, дешевые вон какие. Это самый фиговый. Но у нас еще более-менее. У нас стойкий очень. Аж вот этот. О, этот незаметный. Всего 900. Давайте купим. Посмотрим, как он будет влиять. Ну, посмотрим, по крайней мере. Да. Настал, наконец, этот навеки счастливый день, который французский народ посвящает верховному существу. Никогда еще созданный мир не представлял... Ну, давай. Куда ж ты... Блях, ты муха. Бляха! Ну почему? Почему, Арно, ты такой даун? Почему? Почему ж ты такой даун? Я же не хотел залазить туда. Там еще и эти стоят, уроды. Все, я смешался с толпой. Как они меня видят? Все, отлично, нас потеряли. Хорошо, хорошо, хорошо. Смотрим, где они. Да, незаметность, конечно, не прокачана у нас. Слушайте, да сколько можно? Да не хочу я вас убивать. Я хочу тихо все. Последнее зелье осталось. Точнее, зелье это. Не знаю, как это назвать. Лекарство. Да даун вообще равно. Я, блин, ему это самое. О, лекарство еще дали. Так, хорошо, идем к палатке сразу. Так, тут остался один. Но это не очень плохо. Это даже очень... Очень хорошо. Мы снова будем преследовать пороки и тиранов. Мы дадим миру пример несовершенства. Делаем вот так. Мы также прославим божество. Поглядим. Так, доказательства. Нам нужны доказательства. Этого е-е-е. Похоже, дневник. Шикарно. Ровно в 5 часов утра во всем Париже будет дан единый сигнал. Так, ровно в 5 часов утра во всем Париже будет дан единый общий сигнал. Поэтому сигнал каждый гражданин или гражданин должны будут незаметно украсить свои дома цветами, цветами свободы. Так, путем завешивания трехцветных флагов и цветочных гирлянд. Ну хорошо. Не совсем то, что нужно. Так, о, еще что-то. Письмо. Месье Робеспьер. Помни, личные амбиции, помните, амбиции не должны затруднять свершение великого дела. Мы действуем не для славы, но... Дабы преобразовать мир по образцу Демо. Все, прочитал я уже. Давно. Так, камера туда куда-то не указывает. Не совсем то, что нужно. Не совсем, да? Ну, тут разные... Странно. Вот это не записка, нет? Может, вот это? Кто-кто-кто, ничего не приносит. Пожалуйста, Арно, быстрее. Во-во-во.
Вестник французской революции. Что можно сказать о комитете общественного спасения, точнее, о его предварителе? Большая часть его состава настолько нерадивы, что едва не сиживают двухчасовое заседание. Они почти ничего не знают о делах комитета, но виноваты самое большое в том, виновные, что согласно занять должность, которым не имеют никакого признания. А вот то, как позорно выполняют свои функции предводители, это уже просто преступление. Есть среди них один, кого гора только что по глупости... Какая гора? Гора, наверное. Или хрен знает. Так. Хорошо. Так тирана не свергнешь. Мелковато. Мы дадим миру пример республиканцев добродетели. Этим мы также прославим божество. Мерлен, Талиен, Бурдон, депутаты национального конвента. Списки политиков, составленные рукой человека, который любит посылать своих соперников на гильотину. Да, то, что мне нужно. Надо было сразу сюда подойти. Хорошо. Все, я выполнил задачу. Говорит с Элизой. Сейчас поговорим. Нареспаумилось тут? Ну? Есть список. Депутаты конвента. Их там полсотни. Писал Робеспьер. Все это его противники. Не сомневаюсь, эти добрые люди будут удивлены, увидев список. Но сперва... У месье Робеспьера свои запасы. Отвлеки стражу. Есть мысль. Стражу отвлечь. Понял. Офигеть. Вот это самая фиговая задача. И как я буду отвлекать стражу? Дым, что ли, кидать? Так, где стражи? Так. Атеизма не могут больше оторвать. Вооруженные то кинжалами фанатизма, то ядом атеизма. Это он, что ли? Это Робеспьер говорит. Мир. Вооруженные то кинжалами. Быстро, быстро, куда дальше? Куда дальше? А, блин, с той стороны, да вы офигели. Что происходит? Народ не страшит больше. Народ не страшит больше их кощунственных заговоров. Думаю, это не так важно. Вот это я зря сделал, наверное. Что же такой залог? Все миссии заваливают. Я случайно в запретную... Все, хана. Я в запретную зону вошел. Вот в чем фишка-то оказалась. Там запретные зоны есть. Я даже не заметил. Я тут... Все. Окей. Все. Сейчас пройдем, ребятки. Не ссыте. Просто я начинаю торопиться. Но разработчики игр всегда... По сути дела, я придерживаюсь такого мнения, что разработчики игр всегда рассчитывают. То есть, казалось бы, вам вы не успеете, а они рассчитали уже все. То есть, вам только не нервничать нужно, спокойно так пройти. А у них все рассчитано. То есть, никто вас не заметит, если вы будете только действовать правильно, медленно, но правильно. Ну, это сейчас так, это легко. Так, побежали туда. Здесь не запретная зона, поэтому бегаем как хотим. Почему сейчас... А, это, наверное, другие просто люди. Народ не страшит больше. Народ не страшит больше их кощунственных заговоров. И сразу вон там еще.
Все, мы выходим из запретной зоны. По сути дела, они нам ничего не должны сделать, но хрен их знает. Самое главное, замочить их сразу вдвоем. Народ, не страши больше их кощунственных заговоров. Куда дальше? Наши преступные враги. Так, здесь запретная зона. А, все. Так. Господа, дайте пройти. Так. А, вот он тут стоит. А, нельзя. У нас хорошо, что бой пока не идет. Все, он отвернулся, давай. Да все, все, все. О, все. Теперь можно поговорить. Это Спарынья. Она вызывает видение. Словно сводит с ума. Но надо, чтобы он выглядел опасным. Список имен. Попадет в нужные руки. Случайно. Если нас заметят, то Жермен снова уйдет. Это оставь мне. Хорошо. Эй, ты! Офигеть. Я тоже играть хочу! Давай-ка твоей башкой поиграем! Шутник какой дикий. Блин, сколько их тут много. А, нет, подожди, не так-то много. Славить свободу, а люди тысячами идут на гильотину. Красавчик Арно. Это чтобы они нам не мешали. Когда возьмется за сам комитет, все тут же изменится. Больше их кощунственных заговоров. Они не могут больше оторвать мир от творца его. Погнали дальше. Мы подкладываем список гостей. Ой, я забыл, как это называется. Какой-то там список, короче. Так, здесь самое главное не войти в запретную зону, я так понимаю. Потому что вот эти солдатики в голубеньком, они нас, в принципе-то, не трогают. Вот гад. Ха, круто сделано сейчас было. Так, а тот где? Никаких все. Грядут перемены. Сюда идет, да? Мы можем предложить прямо сейчас. Не страшись больше их кощунственных заговоров. Они не могут больше оторвать мир от творца его. Можно сваливать. Сделано было очень круто, я считаю, так что. Так, это для безопасности, для своей же. Но я этих все равно буду лучше стражников избегать. Кстати говоря, я даже не знаю, куда нам идти. А, вон же секунду. Видите, они нас даже ничего нам не сделают, если мы не в запретной зоне находимся. Ну, вообще, они неправильно делают то, что они вот так вот. Запретные зоны, но это как это вообще понимать? Ну вошел случайно. Да, ну подумаешь, что? Что-то я зря, вот этот пипец. Так, тот меня может. Так, надеюсь, больше кроме него тут никого нет. Мало ли. Вот этому надо положить. Давай, давай, давай. Теперь все завертится. А, ну я не успел, блин. Чё там было написано? Типа карманник? Блин, это фигово. Походу, меня засекли все-таки. Наши преступные враги больше всего хотели бы изгнать из республики мудрость. Только от мудрости зависит утвердить процветание государства. Она должна... Это список недругов революции? Тут же полсотни имен. Робеспьер зашел слишком далеко.
пустили лису в курятник. Бедные куры. Что дальше? Ждем. Уже скоро. Без народной поддержки Робеспьер не будет нужен Жермену. И в этом случае... Он уязвим. Вперед. Выше существом. Однако мы прошли, кстати говоря, как сказать, без особых трудностей. Но вначале, да, не повезло вообще. Все-таки я не буду использовать этот призрачный капюшон. Во-первых, все, что касается призрачности, так это нужно все покупать. И всякие вот эти... Куда они исчезли? Рукавишки, все такое. То есть давайте сейчас посмотрим как раз по снаряжению. Вот, защита головы. Поставим все-таки вот... Вот это у нас было. Стойкость. Так. Использовать. Все шикарно. А, подожди, стой. Защита головы. Мы можем улучшить. Вот, смотрите. Ну, не сильно-то увеличивается. Ну, да, на 10 единиц, в принципе. Да. Ну, хорошо, не будем. Пофиг. Неохота деньги тратить. Все равно уже скоро развязка, я так понимаю. Так, просто надо было всю игру заранее уже выбирать в начале игры, в каком режиме я буду играть. Вот так, вот у этого вот, этот не он. А, вот тут. Чувачочек. Ну-ка давай-ка у тебя закупим расходные материалы. Так, дымовая. Купить. Все. Дальше. Так. Боеприпасы, лекарства. Лекарства. Придется все купить. Тут уже никак. Но это тоже придется все купить. Да. И все. Пока что я считаю на этом все. Так, а нам сейчас скажу куда. Так, нам вот сюда. Вот тут, благо, есть быстрое перемещение. Шикарно. Так, хорошо, быстро переместимся, да. Так. Ага. Значит, сейчас... Мы подставили. Ой, я помню это место. Мы здесь в тот раз, по-моему, начинали. Мы подставили Робеспьера. И, видимо, что-то будет... Дальше что-то будет очень интересное. Так. Ну, мы, наверное, закончим на этом.